सर हाँ No spicy. No problem. What is it? What is it? Chaat masala. Huh? Chaat masala. Chaat masala is spicy. Spicy, it's chili, pepper, masala, everything. Next time. They don't know. English, no, that's a problem. Little bit. My English not good too because I'm foreigner, I'm Russian. Ну вот. Сколько я ему не объясняла no spicy, no spicy. На слово no spicy он понял, нет перца, нет чили. Но масалу-то надо же все равно добавить. Это к вопросу, как вы будете бороться с острой едой в Индии. Бороться с ней очень сложно. У меня был такой момент, когда в 2010 году мы приехали в Дели, из Дели мы съездили в Ришикеш, из Ришикеша мы вернулись в Дели, сели на поезд, на поезде добрались до Гоа, и самым первым пляжем, на котором мы оказались, был Калангут. Гуд-гуд Калангут. В то время там было мало индийцев, почти не было русских. Это был такой европейский курорт на тот момент. Когда в отеле, в который мы заселились, нас увидела одна женщина из Прибалтики, у нее началась истерика. Она, конечно, нам улыбалась, она даже поговорила с нами по-русски. Но когда мы ушли в номер, вышла ее подружка, и она очень горестно рассказывала, что в этом отеле и в этом месте никогда не было русских, что кошмар. Вот они и сюда пришли. Ну, потому что с этим есть проблема. Там, где начинают плотно селиться русские, оттуда уходят все остальные, они с нами не уживаются. Нас могут выжить только индийцы. То есть единственная ситуация, если придет слишком много индийцев, оттуда уйдут даже русские. А так мы в состоянии выжить даже негров с любой локации. Ну так я не об этом хотела рассказать. Это было 10 лет назад. И, соответственно, тогда еще вот это вот no spicy, оно не было так распространено. Они сейчас, когда готовят еду не острую, они обычно ее не солят. И в принципе, стараются туда вообще ничего не добавлять, потому что на их вкус, если еда не острая, значит, она невкусная, она пресная. И дальше они просто не в состоянии варьировать варианты вкуса между вкусным и невкусным. Потому что мы чувствуем эту разницу, а они нет. Для них это все равно одинаковая гадость. И то, что нам нравится, и то, что нам будет не соленое и пресное. Для них это будет абсолютно одинаковая гадость. Но сейчас они хотя бы выучили это правило, что белым можно делать невкусную гадость, потому что им так нравится. В те далекие времена, даже в туристической зоне, они к этому были не приспособлены. И мы заходили в одну из ближайших кафешек, ну вот, у нас отельчик был на первой линии, то есть мы выходили, пересекали пустырь маленький, и приходили в ближайший шек. Ну, по прямой, просто вот
Соответственно, местные ресторанные официанты тут же начали окучивать. Я Витку пыталась оттащить от них за уши, пересказывая ей все, что я прочитала перед первой поездкой в Индию, и объясняя, кто мы для них, что мы для них и так далее. Но эту историю я в другой раз расскажу. Сейчас расскажу историю про то, как они нас кормили. Раз мы им сказали «no spicy», не помогло. Два мы им сказали «no spicy», не помогло. Три мы им сказали «no spicy», не помогло. Закончилось тем, что тогда я первый... Блин, местные алкаши, ненавижу. Ненавижу алкашню, ненавижу. Сегодня в воскресенье, они все бухают по барам. То есть вот сегодня очень неприятный день и очень неприятный вечер. Вокруг везде очень много алкашей. Ладно, пропустили. Ну, в общем, тогда был мой первый момент, когда я пошла на кухню. Правда, я тогда пошла без камеры, чтобы проверить, как мне будут готовить chicken noodles. То есть я прихожу, смотрю, ну, сварили макароны нормально. Ну, значит, там овощи крошат, вареную курицу крошат, вроде все нормально. Бдительно слежу, чтобы ни перец, ничего не добавляли. Потом он начинает это обжаривать. Берет бутылку масла, льет ее, и я вижу, внутри бутылки масла 3 чили перца. Я такая, бля. То есть у них перец запихивают даже в бутылке растительного масла, ну потому что так вкуснее. И я уже почти подзабыла эту историю. И вот этому мальчишке, мне все говорят, он не говорит по-английски, он не говорит по-английски. Я говорю, да не надо мне рассказывать, что он не говорит по-английски. Он знает достаточно, он знает 4-5 слов, с которых начинался мой английский. Поэтому я с ним легко могу на этих 5 словах объясниться. Потому что я знаю те 5 слов, которые знает он. Тут... владельцу английского языка с ним, конечно, не договориться. Потому что люди, владеющие иностранным языком, они не понимают, что такое минимальный словарный запас. То есть они не понимают, каких слов окружающие не знают. То есть для них все слова равноценны. Для меня слова делятся на слова первой необходимости, такие как give me, дай мне, дай мне, me, мне. Ай, я, ю, ты. То есть для меня существуют слова первой необходимости, набор из 10 которых позволит мне что-то купить, спросить какие-то вещи и просто сказать, чтобы мне дали то, что я хочу, пальцем показать, сказать give me. Ну, хотя я могу и лапу протянуть, взять. У меня же были периоды, когда я вообще слово «you» и «me» не знала. Так вот, поэтому про незнание английского языка. В Индии это может быть полезнее, чем знание английского языка. То есть, если вы учили язык и страдали от непонимания достаточно большой промежуток времени, и вы не успели это забыть, то когда он говорит, что человек не знает английский, но он не знает его так же, как я, все равно у него есть те 5 слов, с которых я начинала. Ну ладно, он знает 5, я теперь знаю 10. Но дело в том, что я знаю, какие 5 слов ты выучиваешь первым, а какие 5 слов ты выучиваешь потом. Вот, я вернулась домой еще до заката. Я несу добычу. Это мой ужин. На закате самые красивые краски. Самые красивые цвета на закате.
даже если я не вижу закатного солнца, то вот эти розовато-оранжевые лучи и вот эта контрастность, она делает окружающий мир сказочным. Но это считанные минуты. То есть еще немножко, еще... Я даже немножко опоздала. То есть еще немножко, еще чуть-чуть, и все станет серым. Как говорят, в темноте все кошки серые. Сейчас еще пока видно цвета. Но еще немножко, еще чуть-чуть, и все. Все посереет. Вон цветочки там какие, уголки. Я подумала, что раз о моих стримах большинству людей не приходят уведомления, моим подписчикам, ну да и стримы это же на любителя, то есть их же не все будут смотреть, то есть там же включил камеру, можно же и час проболтать на камеру, а я же могу и просто поставить камеру и транслировать вам пальму. То есть мои стримы и мои видео, это получается немножко для разных людей. Стримы это для тех, кому хочется увидеть окно в Гоа. Да, на стримах я буду отвечать на вопросы, но это не значит, что я буду часами сидеть перед камерой и болтать, болтать, болтать. Я решила, что стримы... То есть мои стримы будут, ну, просто вот таким вот формой окна. Давно не красили, видите, выцветает уже. И тоже давно. А дома выцветают, а стенки вдоль воды чернеют. То есть вот это два варианта от солнца. Дома выцветают, от воды зарастают плесенью. На самом деле, мне порой кажется, что будь здесь Португалия, они бы нашли способ с этим бороться. Я думаю, сейчас уже существуют материалы, которые могут вытравить черную плесень и краски, которые не будут смываться дождем за один сезон дождей. Я думаю, что здесь... Проблема не только в климате, но и в самих материалах. То есть, если бы это все делалось другими материалами, то, наверное, это все выглядело бы по-другому. Если вытравить черную плесень, ну, досконально, полностью, на 100%, а потом покрасить какой-нибудь краской, которая не смывается, не выгорает и не покрывается черной плесенью в течение нескольких лет, ну, в принципе, и так красивенько. А что нельзя отнять у Индии по сравнению с российской глубинкой? Я не буду сравнивать с Москвой и Питером. Москву и Питер я обожаю, мне там очень красиво. Поэтому я не буду говорить, что в Гоа красивее, чем в Москве, в Гоа красивее, чем в Питере. Но по сравнению с российской глубинкой, ну, здесь как бы поярче, поярче. Плюс для нас это все экзотика. Есть такая особенность. Когда индийцы приезжают в российскую глубинку, для них вау, вах и круто. Просто хорошо там, где нас нет. Точно так же, как россияне и люди из бывшего СНГ, ну или какие-нибудь небогатые европейцы, кто вышли на пенсию с $1000. Но им нравится приехать в Гоа, потому что в Европе $1000 – это копейки, а когда они получают эту пенсию и приезжают с $1000 в Гоа, то здесь это вполне себе очень даже гуд. Гуд-гуд, калангуд. Ну все, я иду домой. Пока-пока-пока.